Abdul Murada. İna zane, bura zane zilmeşti. Duladak ne, çikul bu saranadi. İna zane, bura zane zilmeşti. Duladak ne, çikul bu saranadi. Bakasara kununa gukacina, bakashiru kurnu busarayna. Bakasara kununa gukacina, bakashiru kurnu busarayna. Кани мусил, канишки сурейки сам. Янин халка шей саши зир хириса. Кани мусил, канишки сурейки сам. Янин халка шей саши зир хириса. Şin zirdanin laçin savru ne yedi? İna Türkçen buraşi zirdu meşli. Şin zirdanin laçin savru ne yedi? İna Türkçen buraşi zirdu meşli. Dedni vahey, buna yaru buredi. Azam ravjan, griguma kuma bardi. Dedni vahey, buna yaru buredi. Azam ravjan, griguma kuma bardi. Muri vil pahru guhari shivugu Muni khrivdar Husayna chavugu Muri vil pahru guhari shivugu Muni khrivdar Husayna chavugu Muri vil pahru guhari shivugu Muni khrivdar Husayna chavugu Как много людей, как много детей, как много горожан. Отовсюду съехались, и не только лаксы, представители всех народов, отовсюду. И это большой праздник единения. Я думаю, такие праздники нужны. И это здорово, что есть у нас Амари Калаев, есть Ширвани Чалаев, два выдающихся дагестанца, один производственник, преуспевающий бизнесмен. Но человек, который очень любит свою малую родину, хочет, чтобы развивалась культура, песенное искусство. Другой, выдающийся композитор, талантливый человек, уроженец селения Хасрех. Значит, он давно покинул Хасрех, вроде бы, но покорил Париж, покорил Америку, покорил другие европейские города. Он признан там, признан здесь. Это же здорово, прекрасно.
И вот в союзе Амари Калаева и Ширвани Чалаева родился такой конкурс. В этом году он уже стал республиканским. Допускаю, вполне допускаю, станет он скоро и гораздо большим. Может быть, он сумеет охватить Южный федеральный округ, а со временем совсем не исключается и нашу страну. Пожелаю удачи и успехов. Субжана Ибрагимова. Thank you.
Дагыстанная республика Люле Куса артистка Луиза Шахтилова. Итак, на сцене Хусейна Эмарабьет. Сейчас на эту сцену, на этот подиум мне хочется вызвать Талгатова Алибека. Oh!
Алхана. Богу я знам Алхана. А инди сину огулара. Ахам и хам куларин. Шамин аде эвакана. Богу я знам Алхана. А инди сину огулара. Алибек, скажите, как вы узнали об этом фестивале, как вы сюда попали? Я сюда попал, потому что у меня друзья Лакси. С ними я на одно место работаю. Вон там, например, на строительстве работаю я. 20 лет в милиции работал, сейчас заслужим отдыхи. То, что Аллахом дал руками, делаю. То, что талант как есть, я делаю. Потом эти ребята сказали в нашем районе, говорят, вот там такое-то место, конкурс. Раньше тоже было, говорят, раньше год было тоже Лакси песни, а сейчас, говорят, всех... Может, если можно, говорят, поехали с нами. Я с ними приехал, даже у меня мыслях не было выступать. Ребята попросили, я выступал так. Так получилось. Я песню, можно сказать, где друзей, среди друзей, где компания пел. А так я танцевал, потому что у нас поклонник Асам Атлерата была. Я там в этом ансамбле выступал, много местах выступал, танцевал. И в Махачкале разных местах. А из какого вы села? Село у меня селение Тирютли. Это тоже стоящий типа как райцентр. Между нами только мост разделяет. Эта сторона Тилютли, там центр Тлярата. А что, у вас все такие там певучие, да? У нас, можно сказать, певцы у нас мало, но танцоры много. Но, тем не менее, пили вы хорошо. Ну, Аллахом дану талант, что делать? Дам, дам, ба ей хону захпеть.
жандарман, эй жандарман, Балбанчива, Удамахан, Жунагука, Канузун, эй Ярусана, Маганун. Эй жандарман, эй жандарман, Балбанчива, Удамахан, Жунагука, Канузун, эй Ярусана, Маганун. А сейчас на эту сцену я хочу пригласить Бегачев Курамагомед, Гунибский район.